Добрый день, с вами Серафима Морозова. Я хотела показать, вот мы приехали к Ирине нашей в гости, и сейчас будем делать перевязку и посмотрим, что стало с ее ногой. Вот, посмотри, сними сюда ногу. То есть рана у нас кровоточила, сама общая область, вот это все зажило, цвет кожи поменялся, вот здесь вот стало чуть-чуть помягче, похудела. Ирина сегодня у нас на голоде 12-й день, мы ей сняли повязку, обработали, это единол пополам с водой, и сейчас приготовили для перевязки, здесь у нас АСД-3, 200 мл и 200 мл касторового масла, то есть вот это 200 у нас должно, вместе получается 400 мл должно хватить на перевязки двух вот этих вот нижних конечностей. Вот эти большие раны основные. А на эти мы уже сделаем перевязку единол с дегтем. И голод будет продолжаться. Если Ирина сможет проголодать 3 недели, это будет идеальный вариант. 3 недели, потому что только так у тебя включился кетоацидоз. Тело начало вонять? Нет еще. Вот ждем, когда включится кетоацидоз, когда тело начнет вонять. Прям конкретно будет запах ацетона. Ты будешь только менять рубашки, стирать, и тогда уже на кетоацидозе все равно будешь один день вода, один день на сухое, и каждые 7 дней будем пить сульфат магния. Ирина пропила у нас сульфат магния 2 пакета. У нее не вышла черная желчь, просто была обычная водичка, да? Водичка и понос. Да, все. Угу. Так что все продолжается. Ирина наша жива-здорова. Всем пока.